Стартовал первый этап проекта «Моя Россия» в стенах городской классической гимназии в столице. В рамках проекта организовали ряд мероприятий. Второй частью праздника стал театральный фестиваль «Души и сердца вдохновения», посвященный российским писателям-юбилярам. Участниками выступили классы с 5 по 8, также прошли соревнования по волейболу и эстафеты среди родителей, учителей и учеников. Сегодня на сцене блистают таланты наших гимназистов. Это дети, которые раскрывают свои творческие способности в спектаклях и показывают, насколько разнообразна литература нашей большой России. Мы постарались охватить и таланты наших учеников, и их знания, и провели очень много интересных встреч с родителями и детьми.